Дорогие друзья, Институт русского языка Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова приглашает вас на обучение по магистерской программе «Юридическая лингвистика». Мы готовим специалистов, которые смогут оказать содействие силовым структурам России, судам, отечественным СМИ в сохранении и развитии русского языка, в обеспечении информационной безопасности страны. Данная программа предполагает повышение профессионального речевого уровня практикующих адвокатов и работников правоохранительных сфер. Также после окончания обучения по данной программе выпускник сможет самостоятельно составлять и интерпретировать тексты делового и правового характера, давая им адекватную, корректную оценку. Данная программа уникальна, так как она не имеет аналога в вузах Нижегородского региона. Программа сочетает три уникальных компонента. Во-первых, это интересно любому гражданину, желающему расширить свой правовой кругозор, так как в этом профиле дается хорошая общая правовая база. Во-вторых, программа интересна тем работникам правовой сферы, которым требуется хорошая речевая подготовка, адвокатам, делопроизводителям, работникам прокуратуры. Включает грамотность правовой речи, судебную риторику, отвечает коммуникативным, речевым и документационным потребностям специалистов. Программа актуальна для практики судебной речевой экспертизы и тех, кто уже работает в этой сфере, но не имеет магистерской степени. Что еще отличает программу? Она практикоориентированная. Изучаются лингвистические дисциплины, дающие современное филологическое знание и обеспечивающие магистру теоретический фундамент для проведения лингвоэкспертного исследования. Программа и предполагает навыки проведения лингвоэкспертных исследований. Ключевые дисциплины. Лингвистическая терминология в экспертной деятельности, функциональная грамматика, лингвистическая безопасность в СМИ, прецедентность в спорном тексте, ассоциативный аспект конфликтного текста, стратегия речевой деятельности, языковой экстремизм и экстремистский текст и многие другие. Наши выпускники приобретают следующие важные компетенции. Владение правилами и приемами устной и письменной форм коммуникации на русском и иностранных языках. Основами подготовки и редактирования научных и профессиональных текстов, приемами реферирования и систематизирования всех типов официально-деловых текстов, владение особенностями подготовки публичных выступлений на русском и иностранном языках. Выпускники могут осуществлять успешную устную и письменную коммуникацию в рамках профессиональной и общественной деятельности, самостоятельно организовывать и проводить научные исследования в сфере юридического функционирования языка. Наши выпускники будут владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, необходимыми в сфере профессиональной коммуникации, навыками квалифицированного анализа и оценки правовых текстов различных жанров,
навыками участия в исследовательском процессе юридического и филологического направлений и, наконец, технологии подготовки публичных выступлений на русском и иностранном языках. Перспективы трудоустройства. По завершении обучения по программе «Юридическая лингвистика» выпускник приобретает широкие возможности трудоустройства. Магистр, прошедший программу, может реализовать полученные знания, умения и навыки в правоохранительных органах, в экспертных и консультационных центрах, прокуратуре и адвокатуре, в органах надзора за соблюдением законодательства в сфере СМИ, в печатных, эфирных и электронных СМИ, в редакторской сфере, в административных органах, в системе ФСБ. Таким образом, профиль «Юридическая лингвистика» – это современное образование, которое готовит молодого специалиста к активной профессиональной деятельности, дает большие возможности применять себя в современной жизни, найти интересную работу по своей специальности, расширить возможности трудоустройства и перспективу личностного роста. Подготовка магистров по данной программе в высшей степени актуальна и входит в перечень задач государственной важности. При этом закономерным и понятным является открытие и развитие магистратуры по соответствующей программе именно у нас в лингвистическом университете. Приходите, мы будем рады встрече с вами.